Одесска. Чемпион Европы, двукратный чемпион мира. Максим Ставицкий. Но все-таки наш ледовый проект, ледниковый период, кубок профессионалов объединил этих замечательных людей. Ну что ж, ледниковый период объединял, конечно же, людей одной профессии. Я бы сказал, один из самых моих любимых дуэтов. В этом номере заложен очень глубокий смысл. И опять-таки же, нужно верить во все светлое, и оно обязательно произойдет. На льду чемпион Европы и мира Алексей Тихонов и неоднократный чемпион мира Албена Денкова. Встречайте! Самый интересный дуэт. Дуэт, которым может гордиться каждый тур, но эти ребята участвуют именно в нашем. И спасибо им огромное за это. Неоднократные чемпионы мира по спортивной акробатике Владимир Беседин и Алексей Полищук. Бездомных людей. Но все-таки это тоже люди, которым присущи чувства и любовь, и ненависть. Алексей, выпускай закрылки. Чемпионы Европы и мира Албена Денкова и Алексей Тихонов.